Такого аншлага кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы не видел даже на свое освящение 3 года назад. Уже за час до полуночи внутри храма яблоку негде было упасть. Автомобильная стоянка переполнена, а люди все подъезжали и подъезжали. Виной тому знаменательное событие – первая архиерейская Пасха за всю историю этих мест. В этом году владыка Филарет решил порадовать жителей второго престольного города Барышской епархии и встретить праздник праздников вместе с инзинцами. Событие на самом деле очень такое торжественное. Сегодня большое скопление наших земляков. И вот до Пасхи осталось всего несколько мгновений. В храме распахнулись царские врата алтаря. И оттуда к прихожанам вышел владыка Филарет. Вместе с верующими и молитвами и песнопениями все вместе обошли крестным ходом вокруг храма. Уже на крыльце зажигают пасхальные свечи, и владыка провозглашает главные слова для каждого православного. Зайдя вовнутрь, а это, учитывая количество прихожан, заняло примерно 15 минут, епископ Филарет уже вместе со священниками, клириками собора поочередно продолжили поздравлять инзинцев. Случилось чудо чудес, Христос воскрес, смертью смерть поправ. По ходу богослужения священнослужители сменили белое облачение на пасхальное красное. Отрывок из Святого Евангелия от Иоанна зачитали сразу на 5 языках – церковнославянском, русском, английском, немецком и греческом. А перед причастием клирик собора иерей Александр Кечин зачитал поздравление святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В свете Пасхи действительно все видится иначе. Исчезает страх и чувство безысходности, порождаемые скорбями, печалью житейскими неурядицами. Большая часть прихожан причастилась в эту благодатную ночь. Праздничная литургия долгая, но усталости, похоже, никто не почувствовал. Практически все прихожане выстояли 4-часовое богослужение. В конце литургии владыка Филарет осветил церковный хлеб «Артос», после чего еще раз от души поздравил свою паству со светлым праздником Пасха. Паки, паки, всех вас поздравляю с этим замечательным. Поэтому у нас не просто жизнь наша проходит, но жизнь наша издевается к тому, чтобы мы с вами стали наследниками. Также на богослужении зачитали поздравления от губернатора Ульяновской области Алексея Юрьевича Русских, после чего батюшки осветили принесенные людьми яйца, куличи и другие пасхальные яства. Дмитрий Егорин, видеостудия Барышской епархии, специально для Улправда ТВ.